одной дискриминации. Такое нестандартное решение ты с рубашкой придумал? Попротив, да? Конечно. Ну-ка. Так, кстати, было модно. Какие-то там 90-х годов. Давайте возьмем какие-то вот такой же Стригу. Осень. Застыл и вести не бросил. Они сами рассказывали, Кошки. Никакого рукава не было. В России не было. Из западного мы съели все, что не приположено. Thank you.
Çık.